Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Всем привет! И в своем видео я покажу адвент-календарь, который подарила мне подружка на Новый год от фирмы Милка. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. Адвент-календарь от фирмы Милка. Это моя любимая фирма конфет и шоколада. Календарь сделан в виде снеговика, очень необычный дизайн. На календаре изображена собачка, которая несет игрушку, эльф, который украшает елочку. Адвент-календарь на 24 клеточки, так как мы с Фаней живем в католической стране. С другой стороны, адвент-календаря изображены вкусняшки, которые входят в календарь. Очень мне интересно посмотреть, как они будут выглядеть, когда открою календарь. Я себе календарь покупала всего один раз, покупала дешевый. Все вкусняшки выглядели одинаково, и открывать адвент-календарь было неинтересно. Но этот календарь мне очень понравился, поэтому, возможно, и себе, и Фане на следующий год буду покупать адвент-календари. Теперь нужно снять пленку, а потом уже открывать окошки, так как адвент-календарь под пленкой. Сейчас мне нужно снять пленку. Пленку я сняла, и теперь будем открывать окошки. Открываем первое окошко. Оно находится вот тут вот внизу. В этом окошке вот такая вот шоколадка, снеговик. Теперь будем открывать второе окошко. Оно вот тут вот. Здесь вот такой вот шарик шоколадка. Теперь будем открывать третье. Здесь вот такая вот шоколадка со снеговиком. Сейчас будем открывать четвертое. Оно вот тут вот. Снова шоколадный шарик, только другого цвета. Теперь будем открывать пятое окошко. Опять шарик фиолетового цвета. Теперь будем открывать шестое окошко. Оно наверху и довольно большая ячейка. Здесь вот такой вот большой снеговик. Теперь будем открывать седьмое окошко. Здесь вот такая вот конфетка с Дедом Морозом. Теперь будем открывать восьмое. Оно наверху. И ячейка довольно маленькая. Снова вот такой вот золотистый шарик.
шоколадка. Теперь будем открывать девятое. Девятое окошко снова очень большое. Вот такая вот шоколадка с Дедом Морозом. Теперь будем открывать десятое. Она вот тут вот наверху. Снова вот такой вот золотистый шарик. Теперь будем открывать одиннадцатое. Оно вот тут вот внизу. Вот такой вот фиолетовый шарик. Теперь будем открывать двенадцатое окошко. Снова вот такая вот шоколадка от фирмы Милка, но с другим рисунком. Теперь будем открывать 13-е окошко. Снова окошко вот тут вот наверху. Снова вот такой вот фиолетовый шарик. Теперь будем открывать 14-е окошко. Вот оно вот тут вот. Вот такая вот небольшая конфетка со снеговиком. Теперь будем открывать 15-е окошко. Снова золотистый шарик. Вот такой вот. Теперь будем открывать 16-е. Оно вот тут вот внизу. И окошко снова довольно большое. Вот такая вот снова шоколадка со снеговиком. Теперь будем открывать 17-е. Оно вот тут вот. Снова вот такой вот шарик. Теперь будем открывать 18-е окошко. Оно вот тут вот. Здесь вот такая вот небольшая конфетка. Теперь будем открывать 19-е окошко. Снова окошко довольно большое. И снова такая вот шоколадка со снеговиком. Теперь будем открывать 20-е. Вот тут вот окошко. Снова золотистый шарик. Их очень большое количество. Число в календаре таких конфеток. Теперь будем открывать 21-е окошко. Снова золотистый шарик. Теперь будем открывать 22-е. Здесь вот такая вот шоколадка с белочкой. Теперь будем открывать 23-е окошко. Оно вот тут. Снова вот такая вот конфетка. И будем открывать последнее, 24-е. Вот такая вот конфетка в 24-м окошке. Многие вкусняшки, которые попались мне в адвент-календаре, буду пробовать впервые, никогда не пробовала. Вот такая вот конфетка с кремом. 5 маленьких шоколадок. На одной изображена белочка.
на трех снеговики вот такие вот, и одна с Дедом Морозом. Три маленькие конфетки. На одной конфетке изображен эльф, который украшает елку и ему помогает собачкой. Дед Мороз вот такой вот. И снеговик. Потом небольшие конфетки с Дедом Морозом. Вот такая вот. Со снеговиком. И со снеговиком побольше. И вот такие вот шарики. 6 фиолетовых. И 6 желтых. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, ставьте нам лайки. А мы вас с вами очень любим. Желаем крепкого здоровья. И ждем в нашем следующем видео. We wish you a Merry Christmas.